все, что мы зарабатывали с мужем, нам приходилось тратить только на еду. На все остальное не хватало, разруха дома. И тут мне мой наставник в 2000 году, я зарегистрировалась, но пришла на продукт. Лицо было плохое, нужно было сделать много что. Очень хотелось, чтобы быть красивой. Но мой набор стоил 1500, это столько, сколько я зарабатывала за месяц. Ему же я, естественно, это сказать не могла. И тут и закрутился процесс обучения, потом поездка на форум в Москву, как раз русская линия в феврале превратилась. Я увидела Ирину Корнееву, я увидела всех директоров, Зорина, Нечаева. Господи, я зашла в директорский корпус на банкет по блату, хотя бы на всего 600 баллов. Никто не знал. Ну, спасибо огромное всем, что меня туда допустили, потому что даже была такая ситуация, мы с Аллой Меньшиной до сих пор смеемся, говорит, вот на коленях моего мужа сидела. Даже есть где-то фотография, потому что я продавала сапоги. Но это только маленькая толика, предисловие, как я включилась и как я захотела. Господи, и понеслось. Я приехала с форума, ушла с работы, открыла один офис, начала делать под лестницей маленький, начала людей туда собирать. Мы начали проводить мастер-классы, какие-то обучения. Но потом я понимаю, что у меня продукции не хватает, есть сложности с наставником. Это потом я ее понимала, почему. И я кинулась в Челябинск за Ворохиным, просила, господи, я прям кланялась, ноги, пожалуйста, откройте мне пункт выдачи. Они говорят, не доросла. Я говорю, мне это очень надо. Они говорят, ну хорошо, под нашу ответственность. Мне начали просто выдавать продукцию, а у меня в Челябинске появился лидер. И я вот делила напополам. Но представляете, как я везла это все. У меня машины нет, у мужа машины нет, все на электричках. Дима Лимонетка как делали? Я вот здесь стою с коробками, а он туда тащит. Потом я до туда добегаю, до тех коробок, а он уже бежит за другими. И вот так вот мы пешкодра, по-другому сказать невозможно, да, на электричке засовывали эти коробки, а нас уже там ждали люди с продукцией. Потом я поняла, что люди присоединились много, я открыла больше офисов, 38 квадратов. Мы объединились с параллельными структурами, начали проводить обучение. Огромное множество обучений получала, отдавала. Потом первое такое мероприятие серьезное, региональное провели. И тут мне сообщают, мы тебя будем закрывать, будет центр обслуживания один на мяс. Ох, как я злилась, какая я была злая. Ладно, не страшно. Я вошла в этот офис, начала работать, и просто потом все равно понимаю, не мое. Ну, люблю я, чтобы было много, делала все, что хочу. И в конечном итоге я уже взяла и просто написала смс-ку Ирине Валентиновне, что все, я ухожу из Фаберлика, не хочу больше, не нравится мне. И огромное спасибо и Светлане, и Ирине Валентиновне, потому что в тот момент произошла ситуация. Мне взяли и сказали, хорошо, мы тебе разрешаем открыть пункт выдачи. Тогда не открывали пункты выдачи, были только центры обслуживания. Мы открыли 17 квадратов, обучение, опять много всего. Понимаем, места мало. И мы, короче, уже открыли больше офисов. Но я вам забыла сказать, что когда я приехала из Москвы, через 3 месяца я открыла звание директора. А еще через месяц у меня открылся директор в Челябинске. Вот той, которой я коробочки передавала. И вот этот процесс, он настолько вот с 2000 по 2005 был объемным. Да, денег у меня добавилось, но их было недостаточно. Волны, неимоверный кайф, мероприятия, выездные семинары, обучение, все в полном кайфе. Но денег-то не хватает, мне же денег надо. Тут дети попросили суворовства, начали мы их туда пристраивать. А там, оказывается, такие суммы туда, сюда, здесь, тут. Пристроили, оказалось, что из 3 только 1 приняли, 2 по баллу не хватило. Вот это вот прожитое время, ну прям очень больно. 2 забрали, они продолжают в школе. Тот скучает, ну травняшки, им же скучно без друг друга. Они не могут без друг друга жить, но так решили. А я продолжаю работать.
И через год опять поступление моих детей, вот двоих, опять в Суворовское. Опять приезжаем, опять проблемы, опять деньги. Даже, знаете, была такая ситуация в Екатеринбурге. Мне муж то, что денег дал, а их кормят плохо. Я вечером им таскаю вкусняшки всякие. Я потратила все деньги. Мне нужно ехать на автобусе до квартиры, где я живу. А у меня нету денег. Вообще ноль полностью. Я села на скамеечке в скверике и думала, я не хочу так жить больше никогда. Не хочу. Но благо со мной был фаворит. Я с собой привезла несколько флаконов. И парочка у меня стояла в сумочке. Я пошла, продала, денежки получила. И даже тогда попробовала, знаете что, первый раз роллы. Это вот такое маленькое отступление, потому что не важно, где вы находитесь. Фаберлик давал мне много, и нехватка денег, она продолжалась еще из прошлого, из того, что там были долги, когда закрывали офис, когда огромное количество денег нужно было, представляете, на 350 тысяч рублей у меня стояло дома товара. И вот это нужно было все распродать, все растрансферить и все остальное. Это сейчас мы кнопочки нажимаем, и там все чик-чик-чик-чик-чик, и все посчиталось. А раньше мы ночами сидели чик-чик-чик-чик, и 8 утра, и все. И невозможно, и сколько сложностей было. Но был момент такой, трудно, хочется, здорово. И у меня раз и уходит директор, который у меня вырос. И ее структура из 4000 баллов превращается в 200. Денег стало еще меньше. Что делать? Ну, первое, что я сделала, это учиться. Учиться, 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 как завещал великий Ленин. Я начала учиться всему. Косметологии, визажу, психологии, женщины в бизнесе. Ой, сколько я не проходила, как раз, да, я Людмила говорила, Борис Маркович Островский, эти методологии, где я ревела, ничего не понимала. Он мне все время доводил до слез, я говорила, я как вам выйду, из меня все время дуру делаете. А он говорит, так прыгай. А я не понимаю, что значит прыгнуть. Но очень много я изучала. Для того, чтобы быть профессионалом. Для того, чтобы понимать, почему не хватает денег. Почему происходит вот это или вот это. Как сделать так, чтобы денег было много. И наступил такой момент, когда я задумалась и подумала, а почему бы мне не взять ту методику, на которой я выросла от наставника, и не передать ее своим лидерам. И случилось чудо. Потому что у меня, во-первых, появился новый лидер молодой, мы начали расти, и я пошла в глубину. Директор ушел, появилась Дарья Титова, все, многие ее знают, директор. Да, ушел консультант, появилась Альбина Юнусова, Карабаш. И вот в этой ситуации я поняла, что важно создавать команду, делать вместе, идти, идти и идти. И стали добавляться деньги. Они стали приходить и увеличиваться. Девочки-побегушки начинают быть более постепенны. Ну, там много событий происходило. Деваться было некуда. Из Суворовского детей забрали, в школу их пристроили. 11 класс они закончили. А мне люди начинают говорить, что я фанат. А я про себя думаю, я ведь ради них это делаю. Ведь все, что я делаю в фабрик, это ради моих детей, моих сыновей, а еще моих детей, девочек, которые у меня появились, молодежь, которая у Заворухиных проходит вот этот вот молодежный проект, они там учатся, они мне вопросы задают, они все хотят. И это дети в сети. Как я могу быть не фанатом своего дела? Но это не фанатизм, это то дело, которое ты любишь. Дети заканчивают 11 класс, и они идут в институт, и на удивление всем преподавателям, все говорили, ой, что вот мы вот такие, да, они физику не знают, все не знают, и они поступают на бюджет. Но 2,5 года они, получившись в институте, уезжают в Америку, просятся в Америку. Только мы более-менее жить начали, только появились первые, ну, вот такие деньги, когда ты не ходишь и не думаешь, чем покормить детей, как в самом начале. Только-только наступило такое время, а тут в Америку. Мы занимаем 350 тысяч, дополнительные деньги на репетиторов необходимы, и я понимаю, что это вечный кайф, мне нужно больше и больше денег. А еще мы проходим Бориса Марковича Островского, методологию, и он говорит, прыгай, он продолжает мне говорить это, прыгай, я не понимаю. А
А он говорит: хорошо, сделай что-то такое, чего нет в компании. Я говорю: тебе здрасте. Я где и где компания? Как это я могу что-то такое сделать? А у меня такие ощущения, хоть вот я более степенная, как будто мне привязали, как шарик, знаете, как привязали к поезду. Поезд мчится, компания мчится, а я иду как шарик. Бум-бум-бум-бум по этим ступеням, по этим... Не могу, никуда не могу ничего. Понимаю, что хочу, и понимаю, что мне очень тяжело. И вот дети, когда уехали в Америку, случилось так, что мы разошлись с мужем. Да, с одной стороны, вроде бы трагедия, с другой стороны, спасибо ему огромное, что он принял мое предложение расстаться, потому что это был старт, потому что дети остаются в Америке, сообщают мне, что они остаются, и они потом прожили 4 года. А у меня вырастает, да, детского директора, я сейчас закончу, и мы вместе начинаем думать, что же сделать такого, чего нет в компании. Как сделать так, чтобы быстро вырасти? Но это другая история. И вот в тот момент, когда мы решили что-то такое придумать, все говорят: золотая конференция, я уже 8 стран объездила, я увидела этот мир, я понимаю, как я хочу жить, что я так не живу, как там. Я могу себе это позволить, но попасть на золотую конференцию необходимо только лишь при определенных условиях. Жаба меня давила безумная. Но по первости мы подумали, сели с сыновьями и приняли решение. Они говорят: мы сейчас обучаемся быть продюсерами, но тебе как на собачке потренируемся. А я компьютер-то не знаю. На кнопочки-то я нажимать не умею. Как это все делать, я не умею. Как работать с камерой, я не умею. Они: мама, тебе камеру выслали, короче. Ставишь, вот тебе там это. Все, они мне все выслали, все, давай, записывай уроки. Как разговаривать со мной с собой? Я вначале листочки прилепляла на скотче. Глаза бегают, не пойдет. Я наизусть учила, не пойдет. Потом я выполнила тактику. Я просто-напросто сделала. У меня огромное сейчас количество тетрадей, которые по моему обучению. Я делала тезисы, а уж под эти тезисы рассказать я могу хоть что. Главное — понимать и линию держать. И мы с ними запустили проект меня как бизнес-тренера. Благо я в школе развития человека получила диплом как бизнес-тренер. Соответственно, я могу преподавать. А опыт обучения, сколько я прошла, огромное множество. У меня есть шкаф, в котором, вот знаете как, вот такого размера и вот такой высоты. И там вот это все тетрадочки. Вот все, что я прошла обучение. Я вот все эти тетрадочки доставала и начинала полностью все перелопачивать. Полностью. Пошагово, по детально. Вот теперь я такая противная, чтобы все было четко, конкретно, по полочкам. И мы начали преподавать. И пошли первые результаты. Когда люди начали приходить на мое обучение, оно было бесплатно. Потом это я записала 3 курса больших. Каждый был по 17 часов времени, чтобы его просмотреть. Они, конечно, были платные. И люди начали обучаться, начали писать отзывы. Я-то боюсь. Я там выгляжу как-то не так. И одеться мне нужно соответственно. И сам себе имиджмейкер, макияж и все остальное. А еще и говорить нужно правильно. Но я заметила одно. Те, кто боится заходить куда-то и преподавать, вы делаете грубейшую ошибку. Потому что были моменты, когда я записываю. И говорю, отключаю и заново записываю. И потом уже нарабатывается такой опыт. Но это я долго буду тогда рассказывать. И первые впечатления, которые я получила, когда мы приехали в Москву, мы идем с Даней Титовой, а ко мне навстречу бегут люди. Татьяна, а можно автограф? Какой автограф? Я у вас учусь. И когда это бы... Вот сколько бы я ни шла, целая куча вокруг собирались и просили автограф, и у меня вот такое ощущение было, что благо я, получается, делаю. А когда люди подходили и говорили: спасибо огромное, вот как мы с Витей Соленовым все время говорили: спасибо вам огромное, если бы не вы, у нас бы не получилось. А тут ко мне подходят и говорят: вы знаете, я директора сделала на вашем обучении. Я приехала домой и говорю: знаете что, ребята, я, конечно, все понимаю, я рада за людей. Они директоров делают, а я тут сижу как старший директор до сих пор. Ну да, с хорошим объемом, с хорошими деньгами, а до золотой конференции я не попадаю. И вот тогда мы собрались, нас было 5, 3 моих сыновей, Дарья Титова и я, и мы начали заново перелопачивать полностью все, и все пошагово. Что должен знать и уметь делать новичок, что должен знать и уметь продавец. Мы это все отрабатываем в течение года.
ругались, извините за мою фамильярность, матерились друг на друга, психовали. В течение года мы создавали вот этот проект наш. А потом мы просто... Тогда мне в пятый, поставьте, пожалуйста, я не успела рассказать. Я быстро. Мы создали сайт рекрутинговый, мы создали сайт обучающего, создали сайт для новичков. И как поперло, вот тут поперло. За 2 года я открыла 3 звания. Серебро, золото, рубли. В моей структуре выросло 9 директоров в глубину, из них 4 старших директоров и 1 серебряный.